жене с пользой. Но сегодня, друзья, последний день месяца. И мы начинаем нашу встречу, как обычно, в рамках молодежного вижн-марафона, который состоится уже совсем-совсем скоро. И вы знаете прекрасно, что мы на прошлой зарядке об этом подробно говорили. Теперь уже будем говорить о том, как он прошел. И среди присутствующих здесь есть люди, которые в этом марафоне принимают участие. А я поздравляю всех с праздниками. Хочу также передать не только в чате, но и голосом привет всем дистрибьюторам города Киева и особенно поприветствовать дистрибьютора моего первого поколения Николая Цимбала. Друзья, дни рождения. На этой неделе были дни рождения у моих дистрибьюторов. И особые слова поздравления я хотела бы передать Кохновой Людмиле. Это дистрибьютор, который очень давно уже с нами в Вижене. Очень элегантный дистрибьютор. Человек, который влюблен в наш продукт, у которого хорошая организация, который справляется с этой организацией, несмотря на то, что находится далеко от своего спонсора. И я хочу пожелать Людмиле самого всего, самого наилучшего, силы духа, терпения и веры в то, что у нас все получится. Людочка, с днем рождения. Вот не вижу тебя сегодня в этой комнате, хотя ты всегда у нас на зарядках присутствуешь. Тем не менее, мы тебя поздравляем. Далее, друзья. На прошлой зарядке мы с вами говорили о том, что был вопрос о том, что, вот смотрите, сложное время, да? Перестройка в компании, отсутствие продукта. Кстати, загляните сегодня в наши магазины, в сессию. Утро меня поразило. Магазины наполнены. Кто еще не успел сделать свои заказы, бегом после зарядки в сессию вы найдете там то, что вы хотели бы заказать. Ура! Продукт поступил в сессию. Поэтому делайте заказы, закрывайте месяц. Но мы говорим о том, как сейчас, вот в этот момент перестройки, перейти к заключению контракта? Что нужно сказать такого человеку, особенно незнакомому, особенно с холодного рынка, чтобы он был заинтересован нашим предложением? И в первую очередь, конечно, когда мы делаем предложение бизнеса, мы ведем речь о продукте. И вы знаете, у нас в Калининграде есть просто, не очень люблю это слово, но на самом деле просто уникальный человек. Вот когда мы слушаем, как она буквально в нескольких фразах дает информацию чужому человеку, ничего не знающему об адах, эту информацию, с какими эмоциями, с какой любовью к этому продукту, с какой верой в его действие. Вы знаете, человек непременно задает вопрос, а что это, а как его принимать, а где его купить? Поэтому я сейчас очень хотела бы попросить поделиться вот своими этими наработками человека, который делает это великолепно, Сергеенко Людмила. Пожалуйста, бери микрофончик туда. Всем доброе утро. Я рада всех вас увидеть в нашей комнате. С чего я начинаю работать, когда начинаю говорить о продукте с человеком? Во-первых, я всегда выясняю одну такую хорошую вещь, что, оказывается, не все люди знают, зачем вообще нужны БАДы. Я начинаю именно с этого момента. Вот. И привожу такую хорошую статистику, что я спрашиваю человека, ты здоров или не здоров? Как правило, я говорю, что мы здоровы. И вот такая статистика есть, уже давно существует, что человек, который считает себя здоровым, у него уже 15% клеток не работает правильно. Человек, у которого 50% клеток уже работает неправильно, он уже находится в состоянии предболезни. Кольнуло что-то, потянуло что-то, потом все прошло. А когда 75% клеток работает неправильно в нашем организме, только здесь появляется диагноз, и только здесь идет назначение лекарств. Вот. А когда человек, например, уже
идет разрушение дальше в организме, 90% клеток разрушено, вот здесь начинаются непротивные процессы, начинаются большие изменения в организме. Здесь очень трудно помочь. И вот мы можем помочь нашими травками, нашими БАДами, когда человек идет до 75%. Пока 75% разрушения клеток не наступило, а мы все из клеток состоим, вот здесь нужны наши травы, потому что диагноза нет, лекарства пока не назначаются. Как помочь? Это надо именно нашими травами надо помогать. А когда уже 75% клеток разрушено, то здесь уже идут лекарства и наши БАДы. Это выходит гораздо дороже. Но дело в том, что организм восстанавливается очень медленно. В месяц восстанавливается 1,5-2% наших клеточек. Вот. И вот доктор Уоллок в своей книжке, очень известный, умерший доктора Нил Вуд, он приводит такую фразу, что люди умирают не от болезни, не по старости, а люди умирают от голода. От какого голода умирают наши люди? От того, что люди не дают нужных веществ нашим клеточкам. Наши клеточки кушают 60 минералов в день, 15 витаминов, 12 аминокислот, 3 основные жирные кислоты. Самое главное, все эти микроэлементы должны быть из живой клетки. Почему из живой клетки? А потому что эти микроэлементы, они имеют такой размер, что наша клетка это все полностью вмещает в себя. Наша клетка имеет такой же размер, как эти микроэлементы из живой клетки. И вот именно наши БАДы здесь очень хорошо подходят. Почему? Технология наших трав такова, что сохраняется 98% полезных свойств растений. Это очень важно. Можно эти микроэлементы получить из овощей и фруктов, но надо 10-50 килограммов фруктов и овощей, соблюдая четырехцветие – красный, желтый, зеленый. Детям 5 килограммов в день. Кто может съесть такое количество овощей и фруктов? Никто. И поэтому здесь именно нужны БАДы компании Vision, потому что сохранение веществ полезных 98% – это очень высокое сохранение. Живая клетка, по сути, сохраняется. И самое главное, что именно капсулы, 16 капсул в день, а это и наша классика, детокс, антиокс, пакс, нутримакс, корп, провитал, сеньор. Вот именно вся вот эта программа по 2 капсулы в день из каждой баночки, это и 100-суточная норма, такие есть 50 килограмм, которые надо съедать каждый день, и тогда будет организм наш не болеть. И вот этого человека я предлагаю, вам это интересно? Интересно, да, мы начинаем говорить уже о нашей продукции. Вот. А для чего нужны вот эти вот минералы, витамины, аминокислоты нашей клеточки? Потому что самое главное, для чего это надо? Клетка наша очищается, успокаивается, напитывается. Для чего это надо? Потому что через 28 дней примерно, в основном через 28 дней клеточка делится. И клеточка должна разделиться правильно, чтобы она разделилась именно напополам. Почему? Потому что не было мутирующих клеток. Поэтому это очень важно, чтобы наши клетки получали все микроэлементы. 60 минералов, 15 витаминов, 12 аминокислот и 3 основные жирные кислоты. Все это может быть наша классическая линия. Вот. А далее я уже разговариваю с человеком о нашем бизнесе, если он пожелает. И всегда я вначале всегда привожу, мне очень нравится квадрант денежного потока. Можно следующий? Вот именно вот этот квадрант денежного потока, он настолько наглядно показывает, вот в какой половинке мы все находимся. У вас есть работа. У вас есть работа, левый верхний угол. У вас есть работа. Вы имеете все прелести наемного труда. То бишь, заработная плата определенная, отпуск, когда хозяин разрешит по 12 часов, а то и по 15 рабочих день. Вот очень мало выходных, семью почти не видит. Вот. Это все прелести наемного труда. И при этом, пока человек зарабатывает эту заработную плату, он имеет денег. Только работа у него заканчивается, у него дохода никакого нет. Можно иметь собственное дело, это нижний левый квадрат. Вот. Собственное дело, то бишь самому, все делать самому. Это очень тяжело. Значит, этот бизнес, он в принципе имеет тебя, потому что ты все время 24 часа находишься в этом бизнесе и ничего не можешь, не имеешь ни выходных дней, ни свободного времени, ни отдыха, ни путешествий, не можешь быть со своей семьей. Вот. И самое главное, что опять же, пока ты работаешь, пока здоровье позволяет, ты видишь это дело. Как только ты спалился, нет здоровья, дохода никакого не будет. И самое главное, очень сложно выжить на нашем рынке, именно на рынке России. Вот. Но мне очень нравится, когда вот из всех этих вот квадратов можно перейти в квадрат Б. Квадрат Б. Что это такое? У вас есть собственная система, и люди работают на вас. Это есть, как наша вот компания, что нам предлагает. То бишь, вы
создаете свою организацию, и люди работают, вы работаете с группой с вашей, люди работают на вас, и вы видите, самое главное, остаточный доход, то бишь растущий доход. И даже если вы на какое-то время отойдете от дела, или, допустим, заболеете, или там будет отсутствие на какое-то время, вы этот доход будете получать. Это очень важно. Вот. И очень много свободного времени. Можно путешествовать, можно путешествовать с нашей компанией, путешествовать с компанией, быть со своей семьей и в то же время иметь растущий постоянный доход. Но самые большие деньги получают люди, которые находятся в квадрате справа в нижнем, инвесторы. Это когда ваши деньги работают на вас. Вот такие деньги, чтобы быть инвестором и иметь большие деньги, надо, можно из квадрата Б перейти именно в этот квадрат. Почему? Потому что имеет достаточный доход, растущий, вы можете часть денег инвестировать в какие-то уже проекты. И здесь уже деньги работают на вас. Если вам это интересно, мы можем перейти к первому уроку на салфетках. Вот. И я покажу человеку, как можно 2 по 2, 3 по 3, 4 по 4, 5 по 5 подписать за короткое время большое количество людей. Допустим, если вы по 2 человека будете подписывать каждый месяц, у вас через 3 месяца будет 16 человек. По 3 человека будете приглашать в бизнес, у вас будет уже 81 человек. По 4 человека будете в месяц подписывать, у вас будет 256 через 3 месяца. Если по 5, то у вас будет 5, 25, 125, 625, 780 человек. Понимаете, 780 человек за 3 месяца. Это вы со своей командой. Вот. И у каждого человека есть еще и клиенты по 10 человек, допустим, примерно по 10 человек, это будет 7800. А если, допустим, 708 ваших, допустим, постоянных клиентов, плюс их одноразовые клиенты, это будет очень большая цифра, 8580 человек. Я думаю, что вот такая группа может вам составить хороший доход. Если вам это интересно, то может, я назначаю вам следующую встречу, где будет подробно о нашем маркетинг-плане и вообще о том, с чего начинать. Спасибо за внимание. Благодарю, Людмила. Итак, мы даем информацию о продукте, мы рассказываем о возможностях заработка бизнеса в нашей компании, но вспомните вчерашнюю, прошлую зарядку, где в конце, в самой зарядке был вопрос, а мы вообще подписываем сейчас людей в наше время? И как мы это делаем, друзья? Вы знаете, вот у меня в этом буквально несколько дней назад возникла задача подписать человека. Я задумалась. Если раньше мы это делали на ура, да, то есть автоматом, то сейчас есть вопрос, и вот я в чатах встречаю, да, вот в интернете, а как подписать человека, если у него нет смартфона, ну и так далее. И я пообещала, что на следующей зарядке этот вопрос мы с вами разберем. Как сейчас подписать человека технически? Итак, друзья, сейчас я вам представлю человека, которого вы любите и знаете, потому что когда она дает какие-то технические вещи, становится настолько все ясно и понятно, что и вопросы отпадают сами по себе. Это Гурова Любовь. Встречайте. Доброе утро. Ну вот Люда сказала, что мы можем подписывать людей. И сейчас, в настоящее время, нам дана сессия, с помощью которой можно очень быстро все это сделать. Ну вот я расскажу сегодня о трех способах, которыми можно, при помощи которых можно зарегистрировать партнеров в компанию Vision. Это со смартфона кандидата, со своего смартфона. И можно с любого компьютера, если нет возможности выполнить это со смартфона. Но с чего мы начинаем? Ну, прежде всего, конечно, чтобы сделать это со смартфона, нужно сначала эту сессию скачать и установить на свой телефон. Если у вас iPhone, то при помощи App Store. А Google Play могут закачать сессию те, у кого смартфоны. Закачивайте сессию, соглашайтесь там со всеми условиями и нажимаете кнопочку «Открыть». Открываете следующее окно. Открывается. Следующий слайд, пожалуйста. Нужно нам выбрать свою компанию. Ну, свою компанию мы все хорошо знаем. И, естественно, в другом месте мы ее найдем и выберем. Выбираем Vision. И переходим на следующую страницу.
Следующая страница, нам нужно ввести свои данные по государству, в котором мы живем. Вот посмотрите, красной стрелочкой вы по стрелочке проходите, и там выходит государство. Вот я живу в России, отметила Россию, но если кандидат ваш живет в каком-то государстве, которого в данном списке нет, нужно написать наушники. Наушники видите в правом верхнем углу, и в ручном режиме это государство вам несет. Ну, займет, конечно, немножко больше времени. Дальше мы вносим свой телефон и нажимаем кнопочку «Продолжить». Следующая страница нам предлагает наш номер проверки. Вы еще раз смотрите, правильно ли вы указали свой номер телефона и соглашаетесь. Соглашаетесь, нажимаете «Ок». У кого-то согласится, но на разных телефонах оказывается разные кнопки с названием. И следующая страница, куда мы переходим, это нам сообщает, что на ваш телефон отправлен четырехзначный код. Этот код мы вставляем вот в это окно, вы видите, где написано «Введите код». И продолжить. Ну и дальше возникает вопрос. Следующая страница, которая у нас выскакивает, это нужно ответить на вопрос, покупали вы продукцию или нет. Если вы партнер компании уже, то покупали, естественно, если у вас есть контракт. Но если это новый партнер, то нажимаем кнопочку «Нет» и переходим на следующую страницу. Следующая страница сразу же выскакивает QR-код. Для того, чтобы зарегистрироваться при помощи QR-кода, спонсор должен открыть свою сессию, выйти на свою страницу, нажать кнопку «Регистрация», вот видите красную стрелку, и выскакивает ваш QR-код. Далее, новый партнер подводит свой телефон к вашему QR-коду. Таким образом, чтобы вот этот QR-код оказался в центре квадрата, вот видите, с левой стороны. Там будет такая бегающая полоска, вот она сиреневого цвета. И этот сканер, он сам самостоятельно сканирует и вас переведет на следующую страницу. Если по какой-то причине, вот у меня такая ситуация случилась, вот QR-код почему-то не сработал, то можно, пожалуйста, указать ID своего спонсора. Это следующая страница, следующий слайд. Вот, нажимаете указать ID гаранта. Ну, здесь указан гарант. Вообще это спонсор. Ну, говорят, что будет изменено это слово гарант. Выскакивает окно, где вам нужно внести ID спонсора или номер телефона. Ну, ID спонсора, это получается намного быстрее, чем телефона. Ну, в принципе, если не знаете ID спонсора, можно указать свой телефон и нажимаете кнопку «Отправить». Вот в некоторых телефонах там будет другое слово. Не «Отправить», а «Согласиться», «Окей», там или как-то по-другому. Оказывается, по-разному бывает, да. Вот у меня «Отправить». Отправляем и переходим на следующую страницу. Независимо от того, с помощью QR-кода или с номером ID спонсора вас переносит на следующую страницу, где нужно будет загрузить свой профиль. Вы вставляете там имя, фамилия, свой email, дата рождения, город и пол. Вот здесь пол немножко закрыт, мужчина или женщина. Хорошо, конечно, если вы загрузите еще свою фотографию. Вы нажимаете на фотоаппарат и выбираете фотографию из галереи. Или можно прямо фотоаппаратом, если такая возможность есть, сделать прямо моментальный снимок и его поместить в сессию. Вот проверяйте еще раз все свои данные, чтобы все было правильно. И дальше нажимаете «Сохранить». Все эти данные сохраняете. И вас поздравляют с тем, что вы успешно зарегистрировали. Нажимаете кнопку «Начать» и все, вы можете работать, ваш партнер может работать в сессии. Ему дается 150 сессий, которые дают возможность полноценно работать в приложении.
Ну, иногда бывают такие случаи, когда у партнера вашего нет смартфона или айфона, просто обычный телефон. И вам нужно зарегистрировать его со своего телефона. Это тоже делается очень быстро и несложно абсолютно. Единственное, здесь есть один момент. Нужно выйти из своей сессии, из своего аккаунта. Что мы делаем? Мы, опять же, выходим на свою сессию, нажимаем «Моя сессия», вот видите, стрелочкой красной, и открывается окно. Вот в правом верхнем углу видите стрелку вправо. Вот эта стрелка, она как раз дает вам возможность выйти из своего аккаунта. Но в некоторых телефонах оказывается тоже. Вот здесь в нижнем углу вот этой стрелочки нет. Значит, что нужно сделать? Значит, внизу, смотрите, мой профиль. Нажимаете на мой профиль. Вот Лена, если может, покажет. Вот внизу мой профиль. Нажимаете мой профиль. И в правом верхнем углу появится стрелка. Она будет или вправо, или вверх, там у кого как. Нажимаете на эту стрелку и вас спрашивают. Вы действительно хотите выйти из приложения? Соглашаетесь, окей или да, там, ну, какое-то слово будет у вас, соглашаетесь. После того, как вы согласились, у вас открывается вот это окно с телефоном. Здесь будет указан телефон, или ваш телефон, или последнего человека, кого вы регистрировали, неважно. Вот при помощи стрелки с крестиком, вот вы видите здесь красная стрелка, значит, вы удаляете телефон, который там указан. Опять же, значит, выбираете государство, ставите телефон вашего партнера нового и продолжаете дальше работу. А дальше все точно так же, как я говорила до того. Только это будет на вашем смартфоне происходить. Выбираете компанию. Дальше вам предлагают ввести код телефона партнера. Поэтому это получит партнер ваш этот код. Вставляете код, нажимаете «Продолжить». Дальше опять «Покупал», «Не покупал», «Нет, не покупал». И когда выходит вот следующая страница, вы указываете только ID гаранта. Здесь уже QR-кода не нужно пользоваться. Указываете ID гаранта. И все, и отправить. А дальше все то же самое. Вы заполняете профиль, и все так, как я говорила на предыдущем способе. Ну вот, некоторые не любят пользоваться телефонами. Можно воспользоваться просто обычным компьютером и зарегистрировать партнера на компьютере. Значит, заходите на сайт компании. Вот внизу я написала его адрес. Vision Group. Заходите, у нас новый сайт. Заходите на этот, по этому адресу. И вот в правом углу видите сумочка с значком сессии. Нажимаете на этот значок и переходите сразу же к следующей странице. Следующая страница, ну, опять же, я хочу сказать, что будет все то же самое. Выбираете компанию. Дальше у вас появляется следующее окно, в котором вы указываете язык. Выбираете государство, в котором вы живете, вставляете телефон и нажимаете кнопку «Получить код». Получаете код, вставляете его в окно, и вот эта кнопка «Далее» она сразу у вас станет активной. Нажимаете на кнопку «Далее» и переходите на следующую страницу. Ну, следующая страница, опять же вопрос «Покупали, не покупали?» Нет, не покупали. И дальше заполняете ID своего спонсора. Вот здесь я мой остался ID, я его забыла так перекрыть, но неважно. Вот, вставляете ID спонсора или телефон, как я уже говорила, ID, если вы вставляете ID, это будет быстрее, чем телефон. И все, и нажимаете кнопку «Далее». А далее, опять же, все свои данные, фамилия, имя, отчество, дата рождения, email, государство, город, женщина, мужчина и кнопочка «Зарегистрироваться». Но если вы хотите вставить фотографию, нажимаете на фотоаппарат и со своего компьютера выбираете там, где у вас лежат фотографии, вставляете свои фотографии, и тогда ваш аккаунт будет полностью заполнен как нужно. Все, нажимаете кнопку «Зарегистрироваться», и вы уже в сессии, больше никаких шагов не будет. Вот, откроется окно, здесь вы можете уже
открывать ленту. Так как у вас деньги, вы можете все пока делать. Вам подарили деньги, вы можете пользоваться. Можно читать ленту, и можно обратить внимание, что в ленте очень много нового. И сейчас будет промоушен на замечательные события, которые будут проходить в Москве «Миллениум». Вот. Все это может новый человек почитать. Вот. Я хочу сказать, что это очень быстро. И вот я вам говорила, наверное, минут 10, и вот за эти 10 минут вполне можно, вот смотрите, тремя способами можно зарегистрироваться нового человека в свой бизнес. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Огромное спасибо, Валентина Тараненко. Если новенький в другой стране, вот как раз с этого Люба начинала каждый раз рассказывать, что если человек в другой стране, то брать не Россию, а ту страну, в которой этот человек есть. Если этой страны нет в списке, то писать наушники. То есть это как раз самый первый вопрос – выбрать страну. Страну можно выбрать. Люба, спасибо огромное. Как всегда, все четко, ясно, конкретно, быстро, наглядно. Благодарю. Ну, а я хочу сказать, девочки, мальчики мои хорошие, вижен, слайды перескакивают, вы меня простите, но перескакивают слайды. Energy Tour двигается вообще, вот подошел к своему завершающему этапу. И если вы читали ленту, смотрели чаты, то вы поняли, что что-то невероятное происходит у нас. С каждым разом, с каждым новым городом что-то происходит все новенькое и новенькое, и новенькое. Что же было сейчас в Краснодаре? А в Краснодаре, друзья, наш президент удивил нас пирожными. Посмотрите, были вынесены пирожные с логотипом «С» «Сестия» и «В» «Вижен». Они оказались бесконечно вкусными, такими вкусными, что я сейчас вот, значит, покажу вам отзывы нескольких человек. Вкуснятина необыкновенная. Главное, что в каждом пирожном есть напоминание о Vision. Невероятный дизайн, фантазия, тепло души, любовь к делу, которым занимаются люди. У нас опять все лучше и необычно вдохновляющее, притягивающее молодежь. О, это незабываемое ощущение. Сначала, узнав, увидев десерты, я стала переживать за свою талию. А когда попробовала, восторгу не было предела. Непревзойденные десерты, удивительные, натуральные кондитерские изделия с волшебными вкусами. Спасибо за это нововведение. Кстати, пунктуацию я сохранила, то есть я копировала, не переписывала эти отзывы. Друзья, сейчас, вот мне это так нравится, можно приглашать человека в кафе на чашку кофе с пирожным, а эти пирожные, оказывается, содержат CV. Так многие люди, которые были в Краснодаре на мероприятии, на этом событии, они сказали, что мы уже напробовались на целую активность. Шутили так. Вы представляете, что это значит? Мы кушаем пирожные, мы угощаем ими наших друзей, и за это у нас идут CV и наша активность. Вообще-то что-то такое невероятное. И вообще в компании происходит очень много креатива, очень много нового, не совсем привычного, но интересного. Друзья, что-то еще будет, вообще то ли еще будет. А вот эта фотография, она передает вот ощущение от новой косметики. Это японская косметика, которую вот пробники, люди, которые были в Краснодаре, попробовали ее на себе. И вот Татьяна Лученкова, все это выражение ее лица. Это что-то вообще необыкновенное, да? Как ей приятно, как здорово, как трогательно. Поэтому, простите, нас ждет. Великолепная косметика. Вкусные пирожные с бьюти, мама дорогая, и с разными добавками из БАДов. Жвачки французского производства, которые уже позиционировались в Краснодаре не как жвачки, а как БАДы, которые нужно жевать. Они изменили состав, тот, который нам презентовали полтора месяца назад. Изменили производители, друзья. Поэтому
Что-то у нас революционное, необычное, красивое и яркое происходит в компании. И Украина здесь. Много сегодня Украины. Я вижу Валю Вороненко, я вижу Наташу Плакову, Николая Цимбала, друзья. Я позавчера разговаривала с Юлей Кратковой. Мы долго с ней разговаривали, она сказала, что Киев, ну чуть-чуть, Украина, чуть-чуть вам нужно еще подождать. Уже совсем-совсем скоро у вас будет шикарное кафе-офис, также с пирожными. Вы будете также получать кайф, удовольствие, удовлетворение от этих вкусных пирожных, зарабатывая себе CV. Но надо подождать. Надо чуть-чуть, совсем чуть-чуть еще потерпеть. Все у нас с вами будет, друзья. Итак, невероятного накала событий, но что будет в Москве в августе на Миллениуме, вы можете себе представить. Я даже и говорить об этом много не хочу, потому что от города к городу все было круче и круче, а Миллениум это будет что-то необыкновенное. Поэтому, друзья, наша задача сейчас все цели и планы сконцентрировать на Крокус Сити Холл. А я напоминаю вам, что сегодня последний день месяца. Я говорю о том, что в сессии появился большой ассортимент продукции. Друзья, закрываем месяц, заказываем продукт и делаем наши квалификации. У нас еще есть время, а самое главное – продукт. До новых встреч с наступающими праздниками. На следующей зарядке мы расскажем вам о том, как мы примем участие 5 мая в автопробеге памяти. Это будет уже третий автопробег. Это невероятное что-то. И практически все наши дистрибьюторы калининградские принимают участие в нем. Расскажем подробно. А всем вам сейчас привет. Поздравления с праздником. И успешно использовать с пользой последний день апреля месяца. Спасибо еще разочек Сергеенко Людмиле и Буровой Любови за великолепную подачу материала. А всем вам до новых встреч. Сейчас выложу запись. До свидания.